Добро, меня зовут Пози. Сегодня мы с тобой поиграем в Гаррис Мод в режим Fat Kid, что с перевода означает толстые дети. Я не знаю, в чем прикол этого режима, но, как я понимаю, нам нужно догнать выживших и уничтожить их. Беги, парняшка, беги! А вот, кстати, жирный ребеночек. Ты скорее больше похож на зомби, чем на ребеночка. Да ты вообще мужик? Какого фига ты здесь забыл? У нас педофил в здании, спасаемся! Так... Опа! Оружие! Аккуратно уворачиваемся, главное, чтобы он по нам не попал. Кстати, как вы видите, снизу... Оу, щит! Как это? Окей. Вы тоже это видите. Мы, походу, появились с самого начала. И вот они, вот они! Их нужно бить! Есть, минус один. Так, еще сверху два. А, нет, четыре! Так, а на первом этаже последнего убили? Да, вроде бы убили. Нет, вы не попадете по мне! Не стреляйте! Я как бы свой, ну почти. Я агент под прикрытием, который сейчас догонит вас и разнесет. Давайте, поняшки, за Хватит мир! Мир пони добро и уничтожение! Стоп! Мы взорвались от туалета? Окей, дубль номер 500. Давай, мы спасем нашу планету! Беспалевно, беспалевно. У-ху! Жирный зомбяра! Он же неубиваемый, у него 600 хп. Окей, за ними, за ними, за ними! Нет! Я хотел всего лишь с вами поиграть. Зачем вы меня убиваете постоянно? Я сейчас возьму свой лом, возьму этот шар. А-а, меня убивает шар. Сколько раз можно натыкаться на этот шар? Мы сделаем это. А! Нет! Фак! Так неинтересно. Ну вот я играю за пони. Нет! Живи! За дружбу! За магию! Живы! Живы! Ладно, охотник на детей. Давай, иди вперед. Ну, давай, двигайся. А, ты игрок, блин, я думал, это бот. Я хотел его подкинуть. Надеюсь, они уже ушли с того места, где они нас отстреливали. Ну, это что-то типа вроде зомби-режима, но правда, здесь нет зомби, здесь всего лишь милые безобидные поняшки. По вентиляции могу пройти? Опа, хочу вентиляцию. Оу-е! Буду ползти через вентиляцию. Правда, здесь все мига... А, больно! Как он меня заметил там? Читер! Нет времени смотреть на гифки! 55 секунд! Быстрее, быстрее, быстрее! Просто уворачивайся от пуль как ниндзя! Опа! Здесь никто... Нет! 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 Вонючий невидимый шар! А, ну, это же все-таки баскетбольная площадка. Ну и что? Почему вы здесь оставили свои шары? Идет продвижение, полное продвижение. Мы здесь уже были. Нет, не были. Давай! Дайте мне подобрать шарик. Спасибо. Я знаю теперь силу этих шаров. Это, наверное, раскаленный шар! Точно! Почему я до этого не догадался? Это же раскаленный шар 1000 градусов! Ха-ха-ха! Она не сломается, похоже, да? Бежим! Зорду! А где вы достали пистолеты? Мне тоже бы пистолет хотя бы какой-нибудь. Потому что без пистолетика вообще не круто. Там кто-то уже умер. Стоит бросать шарик или нет? Ладно, давайте я его брошу. Нет, не буду бросать. Нет, буду. Нет, не буду. Нет, буду. Все равно мы все умрем рано или поздно. Ура! Револьвер. Yes! Теперь у меня есть магнум. 6 патрон. А, нет, дофига патрон, между прочим. Давайте пони обстреливать. Так, скелетон. Эп! С базуки по нему. Там наши остались, они помогают нам, они охраняют нас. О нет, снова этот жирный младенец. Ой, ой, я бегу, конечно бегу. Нет, я кинул гранату. Фу, я чуть сам себя не взорвал. Выламывайте быстрее, быстрее. Так, я брошу этот шар сюда. Давай, 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 давай. Куда вы поднимаетесь? Здесь нет ничего. Зачем вы туда пытались залезть? Гребаные боты. Оу, е, с дробовиком покруче будет. Давай, ломайте эту штуковину. Ломай ее полностью. А другие у нас остались выжившие или нет? Мне кажется, мы уже почти все откинулись. А, нет, они бегут. А, жирный ребенок. Нет, убивайте его. Нет, 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 снова этот толстячок. С базуки по нему, с базуки. Я буду играть за скелета? Да ладно, да что вам. Неужели вам жалко дать мне обычного игрока? Я играю за чувака, который должен убивать. Снова мне приходится идти на эти страшные жертвы. Приходится убивать людей. Все потому, что я скелет. Безобидный скелет, который просто хочет поиграться. Но вы меня все-таки пытаетесь убить. За что? Почему? Зачем? Еее, минус 2, минус 3. Вот это я залетел. Дайте пистолет скелету. Я здесь всех перемочу. Опа, жирный ребенок. Давай, иди вперед. Мне что, тебя пихать нужно? Ты понимаешь, ты 1000 килограмм весишь. Ну, ну ладно. Оу! Что я наделал? Я, похоже, всех убил. Своих. Ха. Так, 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 сматываемся! Брачуни! Подбираем оружие. Ломы нам пригодятся. Выламываем дверь. Все вместе. Что ты этим пытался сделать? Ты же умер.
А, вот оно что. Можно спуститься вниз. Давай, давай, давай. Еее, я долетел. Куда вы побежали? Вы где? Я хочу с вами, мне здесь страшно одному. Блин, что происходит? Я не хотел этого. Ладно, видимо, мне придется подняться наверх по этой лестнице. Нет, лучше я заныкаюсь где-нибудь внизу. Нет, тупость. Они оставили меня одного на произвол судьбы, чтобы я сам умер. А-а-а, мы не можем здесь идти. Ладно, видимо, мне придется где-то здесь заныкаться. Нет, здесь негде спрятаться. А, эй. Привет, я тебя видел. Я туда не могу идти, я завис. Оу, щит. У меня проблемы. Я хочу как бы выбраться, но я не могу этого сделать. Ладно, видимо, мне придется подождать здесь всех одному. Ладно, видимо, мне суждено играть за скелета. Если меня постоянно убивают, и я не могу прожить до самого конца, значит, я должен играть за этого скелетика. Я знаю, куда они пошли в любом случае, и поэтому я их могу перехватить. А, так вот вы где были. Да по кому ты стреляешь? Ты на кого батон крошишь, э? А, каждый раз, когда он идет возле двери, они сами перед ними открываются. Он волшебник, жирный волшебник. Крутяк. Я залезу в мусорку. Ха-ха-ха-ха, вы меня здесь не достанете, я в мусоре. У-у-у! Надо перелезть через эту лестницу. Да что за фигня? Вроде бы я бежал куда-то сюда. Пошло дело! Ну, по крайней мере, я их несколько раз смог ударить. ХП у них уже не восстановится. Дело за этим жирным ребенком. Я помогу тебе! Один за всех и все за одного... Хорошо, нужно найти какой-нибудь обходной путь. Может быть, пойти куда-нибудь сюда? Нет, нам нужно забраться обратно на второй этаж, а дальше аккуратненько и беспалевно проникнуть к ним. Быть как бы своим среди врагов. Опа, опа, опа! Yes! Убил! 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 Жирные дети победили! Еее! Сматываемся, сматываемся! Дайте мне плюхнуться вниз! Уходите, я его задержу! Нет, я его не задержу, все, идите нафиг! Нет! Я никогда не смогу победить. Никогда. Минус три. Давай, разнеси эту дверь, пончик. Во, разнес. А дальше куда вы пошли? Жирные дети победили. Ладно, напоследок я точно их всех затащу. Ну давай, подвинься, только не пихайся. Лоль. Сюда, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Дверь открыта, нужно подняться наверх всего лишь. Как вы здесь уже все так быстро разломали? За нами орда зомби, а мы не знаем куда идти. Зашибок. Фак, пошел в задницу. Нет, нет. Вы знаете, кто я. Я не буду это комментировать, просто полечу туда. Yes. А куда дальше мне надо было бежать? Если здесь дверь закрыта, сюда я перепрыгнул, поднялся по этой лестнице. Здесь у нас открылся дополнительный проход, по которому мы можем перепрыгнуть. Перепрыгиваем, встречаем жирного зомбака. Дверь здесь, конечно же, закрыта. Ну а что дальше? А-а-а, Фаткит должен открывать эти двери. Что ты делаешь? Залезу в мусорку. Вламывай! Вот! Разнес! Красавелло. Это их баррикада, что ли? Так мы же ее можем перепрыгнуть сбоку где-нибудь. Нет? По-любому можем. Эп. Ладно. Эп. Еще раз. Эп. Ладно, нет, мы не можем. Они идут к вертолету, они смогут улететь от жирных детишек. Мы должны поторопиться, если не хотим просрать этот раунд. Наверх, наверх, наверх. Дверь закрыта. Может быть, он где-то запрятался? Опа! Лифт! Да надо же! А, это не лифт. Это фиг знает, что такое. Он в одной из башен. Теперь нам нужно здесь все проверить. Прочекать территорию. Вот этого здесь точно не было. Возможно, он где-то в вентиляции. Точняк. Что ему мешает спрятаться в вентиляции? Так, опа. Я на крыше. Я слежу за тобой. Вы его видите? Я его не вижу. Давайте на эту крышу запрыгнем. Вау! Ха-ха, крутая нычка. О ней точно никто не знал. Мы залезли за текстурку. Мы победили. Где он его нашел? Непонятно. Ну что же, сегодня мы вместе с вами поиграли в такой крутой мини-режим, как Фаткит. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы уже поставили лайк, а также подписались на мой канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте оставлять свои крутые комментарии там снизу. Ну а также оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос! Playtime!